И все-таки какой, на ваш взгляд, любимый человек? Хороший, умный, красивый, сильный. А что она скажет? Или это он? Он. Добрый. Сегодня день любимых. Да? Будет праздновать. Какими качествами должен обладать, на ваш взгляд, любимый человек? Надо сейчас подумать, сосредоточиться. Кто никого не торопит, говорите. Ну, по-моему, любимый стоит рядом с вами. Конечно. Поэтому никак не о чем думать. Надо говорить и все. Это просто все качества присутствуют. Так сразу сказать. Чтобы можно было положиться на человека. Взаимопонимание такое. На карусели, не на карусели. И понимать, оп. Любить. И я бы добавил такое маленькое чудо. Да. Рядышком с вами. Чудо, да. Само собой. Большая любовь наша. Спасибо вам большое. Девчата, пока вы не ворвались в праздник, Что надо? Надо нас порвать! Разорвать! Нам надо... Любимый человек, какими качествами он должен обладать? Его должно быть мало. Нет, его должно быть много, но он должен быть невидимый. И далеко. Да. А по-вашему? И на руках всегда носить. О, далеко и на руках. А еще любимый человек должен быть мягкий, и пушистый, и хавкать. Укладываться в кармашек. Вот это любимое! Вот! Человек! Ура! Девчата, здоровья, удачи! С 8 марта! Спасибо! Кого-то куда-то послать? Идем или не идем? Гнева! Так, я с вами. Я помру. Какими качествами должен обладать любимый человек? Любить меня, а я его. Это самое главное? Самое главное. А любви это все притрется. Все это вытекает. Спасибо большое. Какими качествами должен обладать любимый для вас человек? Для меня любимый человек должен быть добрый, ласковый, нежный. Ну и самое главное, понимание и уважение. С первого момента вы можете определить, любимый для вас человек, приятный или нет? Не, как художник. Я как художник однозначно могу сказать, что любовь с первого взгляда существует. А кто? Я молчу, извиняюсь, я много перебиваю вас. А кто вам тут больше всего нравится? Кто нам, мне больше, вот моя самая последняя работа, это Елизавета. Это Англия? Да, это самый. А так, естественно, мой кумир, это Виталий Владимирович Кличко. Вас с праздником. Какими чувствами должен обладать ваш любимый человек? Искренность.
какими качествами должен обладать ваш любимый человек? В первую очередь, надежностью, честностью, открытостью и большим запасом любви. Здоровья вам, удачи. Ну, чтобы такой человек был. Он уже есть? В процессе. Здоровья, удачи. Он будет, он придет. Спасибо большое. Давайте похлопаем, ребята. Говорите то, что думаете. Какими качествами обладает ваш любимый мужчина, муж? И наоборот. Доброта, нежность, внимание. И хочу пригласить на сцену Олега. Олег, иди к нам. И пока он выходит, мы ему хлопаем и согреваем ладоши заодно. Спасибо большое. Здоровья, с праздником и всего наилучшего. Какими качествами должен обладать ваш любимый человек? Ответственный, две пары. Сильный, давайте заботливый, так. Я думаю, можно. Добрый, ласковый. Пока, да, подойдите просто. Думаю, это главное. А я добавлю, еще ездил на велосипеде. Да, отлично. Да, с общими хорошо. Интересами. Делать спасибо большое, здоровья, с праздником. Пониманием и терпением. В семейной жизни что надо? Понимать друг друга и где-то, когда идут притирки, научиться терпеть, пока эти притирки, как говорится, механизмы не срастутся, как положено. Спасибо большое. Для любимой это значит преданность, честность, верность. Верность и отношения человеческие.